сперва из бура он стрелял. Он испытание проходил и автомат у черных скал главарь при всех ему вручил. Вручил и перстень, талисман, и так сказал ему при всех: Аллах, очти и чти Коран, он принесет тебе успех. И в перстне том душа жива, прими его как высший дар, на нем священные слова. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах всесилен, словно жизнь, с тобой прибудет благодать. Ты в шурави не промахнись, и в тех, кого велю стрелять, богатством будешь осиян, добычей будешь наделен, и купишь ты себе дукан, и купишь ты красивых жен. Придешь на все права, ведь перстень мой как высший дар, на нем священные слова. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Но грянул бой, сплошной кошмар, где все вокруг огонь и тлен. И он кричит: Аллах Акбар! Контуженный попал он в плен, закрыв глаза в грязи, в крови. Он раненый расстрела ждал, но молчаливый шурави ему плечо перевязал. Из пальца духа возле рва в грязь соскользнул священный дар, и кровью застила слова.